В КЧГУ имени Умара Алиева работает центр по сбору гуманитарной помощи «Мы вместе» переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. Все собранные средства передаются в российский Красный Крест. Студенты и преподаватели активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. О деятельности центра подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. Это прекрасная возможность оказать свою поддержку и помощь переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. Каждый день преподаватели и студенты КЧГУ передают продукты питания, необходимые вещи для личной гигиены, одежду и канцелярские принадлежности. Волонтеры центра внимательно осматривают гуманитарную помощь и упаковывают, чтобы потом направить в региональное отделение Всероссийского Красного Креста. Нам очень отрадно видеть, как многие активно помогают нам, принося необходимые вещи для гуманитарной помощи, отмечают волонтеры центра «Мы вместе». На протяжении уже нескольких дней мы получаем различного рода помощь от студентов, от преподавателей. Помощь как такую, как детское питание, продукты, мука, рис, предметы личной гигиены, хостовары. И хочу выразить огромную благодарность им за содействие и помощь в этот нелегкий период. Очень многие жители неравнодушно отнеслись к нашему центру, очень большая помощь. Хочу выразить благодарность абсолютно всем, студентам, преподавателям, просто жителям, которые нам помогают. Очень приятно, что вот так неравнодушно отнеслись. Всем спасибо. Напоминаем о том, что наш центр также работает в прежнем режиме с 10 до 5 вечера. После волонтеры отвозят всю собранную гуманитарную помощь в региональное отделение Всероссийского Красного Креста. В Карачаево-Черкесии председатель организации Елена Рощупкина отметила, что жители республики активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи, тем самым оказывая поддержку вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик. В настоящее время жители Карачаево-Черкесии очень активно участвуют в этой акции. Они собирают гуманитарную помощь, привозят в оперативный штаб, и потом эта помощь распределяется между беженцами и формируется из нее гуманитарный груз, который отправляется в места, где есть пострадавшие. И хочу выразить огромную благодарность Карачаево-Черкесскому государственному университету, его ректору, в лице его ректора, в лице его студентов и общественности города Карачаевска в том, что они предоставляют гуманитарную помощь. Центр по сбору гуманитарной помощи «Мы вместе» в КЧГУ продолжает функционировать. Каждый житель может передать вещи и продукты. Алихан Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести, Карачаево, Черкесия.